Бывший руководитель департамента транспорта штата Южной Австралии заявил, что вместо расширения трамвайных линий нам следует строить перспективную транспортную сеть Skyway. Для обсуждения этого предложения Род Кук сегодня вечером встречается с городским советом Анли. Анли Роуд – одно из двух мест, которые, по его словам, идеально подходят для этого вида общественного транспорта. Род Хук представил наглядные иллюстрации того, как будет выглядеть Анли Роуд по этой концепции. Как видно, на них транспортные средства будут двигаться в обоих направлениях на высоте нескольких метров над землей, не мешая дорожному движению. Показана также иллюстрация этой модели на улице Parade в Норвуде. Пока же по этим улицам планируется продление трамвайных линий. Бывший руководитель департамента транспорта Род Хук говорит, что он действует от имени компании, разработавшей проект рельсо-струнного транспорта Skyway. Эта дорога будет стоить меньше, а ее планировка будет лучше, чем у трамвайных линий. Я занимался расширением трамвайных путей в городе и знаю, какова их себестоимость. Я уверен, что система Skyway будет значительно дешевле трамвайной линии. Род Хук провел предварительное обсуждение этой идеи с правительством штата и считает, что ее можно успешно реализовать в университете Флиндерс. Однако реакция жителей неоднозначна. Я предпочитаю нечто вроде трамвая. Думаю, для этой системы дорога недостаточно широка. Мне нравится эта идея. Это современный европейский подход для современного города. Люди смогут ездить над дорогой и любоваться видом вокруг. Однако, если эта идея и будет одобрена, потребуется несколько лет для ее реализации.